24 ноября. Мы сегодня не выдержали и вырвались в лес. Несмотря на то, что я немножко приболел и уже местами лежит снег. Мы только зашли, и тут же Катюша обнаружила благородный кого? Ну, Олечка, конечно, хороший. Анюш, занюши его. Ну, так он и пахнет. Приятно? Грибом, да. Класс. Кстати, всем привет. Привет. Сейчас 3 градуса тепла. Недавно был морозец. Видите, даже снежок еще не весь растаял. Ворочек какой-то вот. А здесь какая-то рядовочка. Брать ее не хочу. Тут, кстати, вот еще. Это же рядовка серая, скорее всего. Или взять, как думаете? И вот следующая наша находочка. Это рыжик. Все они растут примерно в одном месте. Берем и рядовочки серые. Сейчас выбирать не приходится особо. Дело ж к зиме идет. Рыжики я просто обожаю. Считаю их элитными грибочками. В нашем регионе они нечастые жители. Чаще можно встретить даже белый гриб, нежели рыжик. Может быть, это просто в моем случае так. Они мне редко попадаются. Смотрите, какой красивенький бугорочек. Ой, сейчас посмотрим, кто здесь. А тут зеленушки. Такие две. О, и здесь, несмотря на такую холодную погоду, на свет Божий пробивается зеленушечка. Вот такая красавица. Из-под шляпья. И вот такая заморашка сверху. Так, следующий бугорочек проверим. Тут тоже зеленушечка, но какая-то она поломанная, что ли. Кто-то на нее, видно, наступил не так давно. В следующем бугорке покрасивее экземплярчик. О. Конечно, мы его возьмем. И сеструлечку возьмем. Твою. Я так рад, что грибной сезон у нас продолжается. Рано мы с вами попрощались, друзья. Больше так поступать не будем. Смотрите, какие экземпляры вылезли здесь. Они не просто зеленые, они желто-зеленые. И как это зрелищно, когда снежок лежит подтаивший. И такие шляпы яркие. Смотри, Катя, какие зеленухи шикарные. А мы говорим, прощайте, до нового сезона. И посмотри, сколько их здесь. Что ни шаг, бугорок. Они продолжают свой рост. Толстоногенькие. Скажу пару слов о том, как я приболел. Я точно не знаю, с чем это связать можно, но после последней грибалочки, где у меня замерзли ноги, тогда был морозец, как вы помните, где-то на второй день я почувствовал, как у меня
сверлит в носу, начал чихать, целый день чихал, потом горло запершило, и на следующий день я почувствовал, как у меня поднимается температура. Ну, температура была невысокой, 37-37,5, а на следующий день горло болеть перестало, и просто опустилось все вниз. Сел голос, пока горяченького не попьешь, так и одышка, тяжело дышать. Я вот тут неподалеку от дороги. Сегодня я уже удержаться не смог, и Катя говорит тоже, давай поедем. После таких фотографий, которые люди выставляют в Facebook, мы просто не смогли удержаться. Сами посмотрите, красота какая. Невзирая на погоду и время года. Смотрите, кого я тут раскопала. О, какой красивенький. А кого же я тут раскопаю сейчас? О, не у меня. Да? Тугие. Да, красавицы эти сыроежки, говорю. Зеленушки. Чик. Чик. Не хочется мочить, конечно, коленки. Но и рачкувать важко. Буду мочить коленки. Везде эти встречаются зеленые кнопочки. Я бы сказал бы, желто-зеленые. Яркие такие, красивые, нарядные. А вот кто-то сбил или посмотрел и выбросил рядовку серую. Может быть, вы берете, друзья. Но как по мне, у нее какой-то больной вид. Я и то, наверное, посвежее выгляжу. То ли дело зеленушечки, радующие глаз. Всегда. Раскроешь бугорочек, а там как будто светлячок сидит. Вот такая яркая она. Напрягает, конечно, рядом дорога. Тут вроде бы не часто ездят машины, но все же ездят. И к тому же не рекомендуется собирать грибы в непосредственной близости к трассе. Тяжелые разнообразные газы, свинец, содержащийся в выхлопных газах. Все грибы могут в себя впитывать. Еще поэтому мы их отвариваем, чтобы это все дело абсорбировать. Вот. Некоторые просто люди мне писали, когда я спрашивал, а тут кто-то срезал зеленушку. Когда я спрашивал, отвариваете ли вы маслята, то некоторые говорят, что отваривать не нужно. Ну, понятно, не нужно. Некоторые отваривают даже белые грибы, дабы избавиться от всего нечистого, что мог впитать в себя гриб за свою жизнь. Так что тут мнение двойственное, и каждая имеет право на жизнь. Каждая можно обосновать. Кто там, я, Катюш? Я снарядилась палочкой. И кого ты там откопала? Отрыла? Кого? Чтобы не нагибаться. Ну-ка. Чтоб не нагибаться, дива будет нагибаться. На вколишках ползать. Кто тут? Зелень шляпатая. О, да. Нормально? Отлично. Поднапрягают автомобили. Наверное, мы все-таки поменяем место. Переедем в более дремучий лес. Глубокий и дикий. Встретился еще один представитель шляхты. Но он уже скукожился. Не дождался. Да, не дождался. Ну, пусть отдыхает. О, я нашла зеленушку. Пусть почит с миром. Зеленушечку.
Каждой зеленушечке мы рады. Ядовитенькая. Цвета. Да что, яркий цвет. Нормально? Угу. Идеально. Как неоновые лампочки горят. Зеленушечки. Отъехали мы дальше. Тут более как бы безлюдно, скажем так. И вот в канавке коричневые рядовочки. Прекрасные грибочки. Не хуже зеленых. Да, они такие яркие, но не менее ценные. И наконец-то маслята. Посмотрим, насколько же они хороши еще. Если это так, если они хороши, то нам крупно повезло. Назовем их маслята зимние. Но похоже, друзья, эти маслята зимние останутся зимовать здесь. Не будем рисковать. Масленка хорошего? Да, вроде. Я знаю, почему приехала Катюша в лес. Она где-то в глубине души ищет, надеется найти белый гриб. Она не любит собирать всяческие рядовки. Ходы и думаю, что сейчас и беляки. О, вот это, я думал, это крот тут лазил. Представляешь? А это такая сильная и не одна зеленуха. Разрыхлили землю. Смотрите, какая она длинноногая, если ее вынимать. А вторая? И вторая. Отличный масленочек. Вообще. Масленок зимний. Давай. Так давайте же проверим вашу интуицию. Как вы думаете, найду я белый грибок или нет? Узнаем в конце ролика, да? Да, смотрите, как будто крот тут рылся. А это рылся Дмитрий Сава в поисках зеленух. Не, на самом деле они подняли шляпами. А вот, Катя, ты прошла, а вона блещит. Кто-кто? Ее величество зеленуха. Не настроен. Что? Фокус не настроен? Идут охотники, заходят сразу в лес. И для настройки глаза сначала наливают. Вот здесь, на этом когда-то сгоревшем месте, уже третью зеленуху шикарную нахожу. Вот такая она толстоногенькая и живенькая. И мороз ей нипочем. Ну, мороз был просто не сильный и непродолжительный. Мох, лед и какой-то бугорок. Сейчас посмотрим. О, зеленушка. Да, вот какая хорошенькая. Вроде бы и лес такой реденький. Ну, попадаются здесь частенько. А в густом ходил, не так часто попадались эти. Вот наконец-то и солнышко уже выяснилось. И снежок все равно еще не растаял. Что ты несешь, Катюшка? Зеленушку? А вот кто-то выбросил, срезал и выбросил сырушку. А одна растет. Сырушка. Даже название непривлекательное, да? Вон еще какой-то бугорочек, смотрим. Проверяем.
держу кулачки, чтобы это была не сирушка, а это сирушка. И вон одна еще торчит. Не хочется брать сирушки. День был таким тяжелым, серым, а стал вдруг таким солнечным, да? Так и вся жизнь, Катюша. В полосочку. В болотистой местности пусто. У нас уже и снег успел полежать. Чего уж тут ждать еще? Ага, дошли на мое болотце. Понятно, что тут водосиков нету уже. Ну вот что это такое? Я не могу понять, оно такое большое. Неужели это рядовка такая огромная? И вот рядышком. Неужели это она? Я привык встречать ее в хвойных деревьях. Ну здесь. А тут все солнечное. Там, где ты. Всегда солнце. Да. Там, где я, всегда тень. Ну что, дорогие друзья, в который раз мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания, до новых встреч. Сезон пока еще, как видите, открыт. И закроется ли он вообще? Всем спасибо за совместную прогулку. Дай вам Бог здоровья. Спасибо за ваш лайк и комментарий. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался. Вот наш сегодняшний улов. С голоду, как говорится, не помрем. Да, да? Один масленочек. Один польский. А так все зеленухи с коричневухами. Мы их планируем засолить. Всем пока. Пока.